Воскресенск всегда славился спортивными традициями и подарил миру целое созвездие известнейших мастеров хоккея. За вот уже 70 лет существования хоккейной команды «Химик» победы и достижения ее талантливых игроков и тренеров не дают покоя многим клубам не только России. И, конечно, имена воскресенских чемпионов навсегда вписаны в историю советского хоккея. В преддверии 70-летнего праздника, 70-летия «Химика», мы должны вспомнить сейчас вот Лаврентьев, там Аксюта отыграл 11 лет, Юра Савцила отыграл 11 лет, Игорь Манаенков, вот этих, пока вот я так навскидку, тех наших ветеранов, которые отдали большую часть своей спортивной жизни. Как дань уважения к заслугам ветеранов хоккея, в клубах принято поднимать баннеры самых ярких игроков. В Воскресенске поддерживают эту традицию. В 2019 году под своды Ледового дворца подняли стяг имени Александра Пашкова. В 2020-м – Виктора Крутого. В этом году, 20 октября, перед началом матча ВХЛ «Химик Кристалл», рядом с бывшими партнерами по команде появится фото, имя и номер Владимира Лаврентьева. Давно мы не вспоминали наших ветеранов. Скажем так, достояние нашего хоккейного клуба, популярного во всем мире. Поэтому тех ветеранов, которые отыграли 10 и более лет, мы должны обязательно отметить, и чтобы молодежь знала, кто ковал славу мировую нашего хоккейного города Воскресенска. Владимир Лаврентьев – двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, чемпион молодежного мирового чемпионата в 1973 году, обладатель еще множества титулов и званий. Дебютировал за воскресенский «Химик» в 1971 году. В 1978 стал лидером и оставался им до самого ухода из команды. За свою спортивную карьеру играл также за «Спартак», «Салават Юлаев» и шведские клубы. И, конечно, обрел друзей и соратников по всему миру, которые сегодня от всей души поздравляют чемпиона с таким важным событием. Немало лет вложено, чтобы пройти этот трудный путь, эти трудные дороги, чтобы достичь этого успеха. Желаем тебе гордиться своими победами, не забывать о своем профессионализме. Нам очень приятно, как и тебе, что твой родной клуб тебя не забыл. Как видишь, дорогой, никто не забыт, ничто не забыто. Поднятие чемпионского баннера позволяет ярко заявить о том, что клуб помнит и чтит своих героев. Ну а молодое поколение хоккеистов четко знает, с кого брать пример и к каким заслугам стремиться. Приходите 20 октября на матч «Химик Кристалл», поддержать любимую команду и вместе отдать дань уважения к ветеранам хоккея. Юлия Тиунова, Даниил Колпаков, новости «Искровект».